Ну, давайте для начала мы познакомимся. Меня зовут Екатерина Панова. Я основатель и партнер консалтингового агентства Plan the Best и организационный консультант и преподаватель школы Марш. Но самое главное, здесь сегодня на этой площадке я соавтор программы «Личный трек». И передаю слово моему партнеру, моей партнерше, партнерке Наталье Першиной. Да, да. Да, меня зовут Наталья Першина. Мы вместе с Катей в какой-то момент задумали, замыслили и совместно с софт-культурой да, реализовываем программу «Личный трек». Также я работаю как бизнес-консультант, работаю с предпринимателями, с топ-командами в сфере всяких стратегических образовательных инициатив. И давайте представим всех героев, которые сегодня с нами, готовы делиться своими личными треками. Начнем тогда, наверное, вот так вот. Петр Мироненко. Мироненко. Архитектор, руководитель бюро «Правда». Да. Угу. Коротко еще скажу, мне тут написано, должна озвучить. Окончил МАРХИ, работал ГАПом в КБ «Стрелка», преподавал в РУДЕН. Правда? Супер. Наталья Мастолерж, архитектор-сооснователь архитектурного бюро Nova Days Office, член Союза московских архитекторов. В 2006 году окончила с ГАСУ, мастерская Малахова и Репиной. Все правильно, Наташа? Да. Хорошо. Александр Стариков, тоже архитектор, наставник курса «Личный трек», про который мы сегодня будем рассказывать, окончил Ярославский государственный да. технологический университет да. и ТЮ Берлин. Ну, да. Расскажешь. Да. Вот. Сейчас 6 минут, да? Когда мы Нет, расскажем. Попозже, да. И с 2018 года Александр занимается собственной практикой, это архитектурное бюро «Синтаксис», почему-то тебе хочется сказать «Архсинтаксис». Ну, было да, такое, да? «Архсинтаксис». Окей. Дальше с нами сегодня Андрей Фомичев. Про Андрея у меня отдельная карточка. Руководитель мастерской «Архлаб» в департаменте продукта «ПИК». Куратор второго курса бакалавриата «Марш». Это важно, что второго, да? Окей. Выпускник «МАРХИ» и «Марш» и преподаватель курса «Софт-культура» о портфолио. А главное, Андрей был у нас одним из кураторов на первых запусках личного трека и сам проходил программу. Было дело. И Татьяна Корниенко, выпускница курса «Личный трек», самого свежего, который у нас закончился, по-моему, в конце 23-го года, да, архитектор, окончила МАРХИ, 10 лет работала в бюро «Меганом» и с 2018 года развивает свою архитектурную мастерскую. Вот. Ну что ж, всех представили, вроде никого не забыли. Ну и с вами тоже будем знакомиться. У нас будет обязательно сет вопросов, где вы можете задавать свои вопросы гостям, а перед этим представляться. Это всегда очень интересно знать, с кем мы имеем дело. Вот. Ну и немножко про программу, да, про то, вообще, как она родилась и получилась. Как вы поняли, мы с Наташей не архитекторы, но достаточно много работаем как раз с креативными индустриями, в том числе и с архитекторами. И у нас есть продукты, которые мы как бы применяем на уровне стратегирования. Мы работаем с личными брендами, работаем в групповом формате, с командами. Ну, в общем, какие-то разные сборки у нас за это время уже существовали, и в какой-то момент мы как раз с ребятами из софт-культуры стали обсуждать запуск какой-то подобной программы онлайн. И это был еще, по-моему, 2019 год, то есть в этом году у нас 5 лет программы, и как раз юбилейный 5-й запуск будет вот уже в мае. И мы поняли, что у нас очень много общего, мы можем действительно сделать какие-то классные вещи, о чем не рассказывают в архитектурных вузах, но тем не менее как бы понять вообще, как выстраивать свою карьеру, как при этом можно собственно, взаимодействовать с тем большим миром разных потенциальных клиентов и заказчиков, а самое главное, как в этом построении карьеры не забыть про себя, да? Про то, как не сдуться, не выгореть и все такое. В общем, таким образом у нас родилась наша программа.
куда мы каждый раз добавляем разные методы, способы ее проектирования, потому что как практики мы все время находимся в таком большом исследовательском пути. Мы нашу программу успешно запатентовали. В прошлом году я даже защищала магистерскую на основе как раз личного трека. В общем, это программа в постоянном развитии. Каждый запуск всегда отличается от предыдущего. И, наверное, еще хочу, чтобы Наташа тоже немножко рассказала уже в цифрах. Ну да, я тогда добавлю того, что какой путь мы прошли. У нас уже было 4 запуска, сейчас будет 5-й. И так получилось, что благодаря тому, что у нас онлайн-формат, у нас и география наставников, и география тех людей, которые к нам приходят, это фактически весь мир. То есть у нас были студенты, например, из Китая, и мы там подстраивались по времени, у нас были наставники совершенно из разных частей света. Это, конечно, дает определенную такую широту взгляда. И так как это уже существует несколько лет, у нас уже более 100 выпускников программы, и мы видим результаты, там, допустим, первых выпусков, к чему это приводит, как это работает, мы постоянно находимся в связи с ними. И самый еще интересный аспект, что все разные события, необычные, сильно влияющие на рынок, которые произошли за последние эти годы, мы точно так же проживали вместе с нашими участниками, проходили, и мы видим, что те инструменты, о которых мы говорим, если мы говорим про личную стратегию, про целеполагание, про построение траектории, то, что мы будем сегодня обсуждать, они реально помогают даже в ситуации таких сломов рынка и очень резких, никем не ожидаемых стад черных лебедей, которые у нас летают туда-сюда в последнее время. Так что у нас 4 выпуска, больше 100 выпускников уже, да. И география весь мир. И если мы переходим дальше к тематике, естественно, в разрезе построения личного трека, беседе с нашими чудесными участниками, сначала мы хотели попросить рассказать про ваш путь, как вы оказались в той точке, где вы сейчас находитесь, кратко. Давайте также, наверное, в порядке представления, как мы представляли, какие-то ключевые, да, вещи, как вы оказались здесь сейчас, что вас сюда привело. Да, меня пригласила Юля. Но не настолько кратко. Окей, я понял задачу. Хор, я быстро расскажу, то что на самом деле хотелось бы недолго рассказывать и больше из зала услышать, то что какие там реально вопросы. Коротко. Учился в МАРХИ, был обычным студентом, скорее даже плохим студентом. Вот. Закончил его, выбрал в КБ «Стрелка», и это было круто. Как раз компания развивалась, и, ну, правда считаю, что это одна из крутейших компаний, которая что-то делала в России. Вот. Там повезло, что там было много замесов, приезжали иностранцы, мы ездили, я сам в Голландии постажировался и так далее. Мне тогда показалось, что я что-то понял, я уволился и сказал, ну, давай что-то там попробуй что-то делать. Вот. С Наташей много проектов делали тогда, вот они подтягивали, старшие товарищи Бюро Новодейс. Вот. И что-то начал делать. Делались проекты. Вот сейчас какая-то у нас есть небольшое бюро. Попробовал попреподавать. Ужасно затратный процесс. Я вообще преклоняюсь перед всеми, кто это выдерживает. Вот. Мы провели год, сделали свою программу. Было реально очень интересно, но это очень сложно. Вот. Очень затратная история. Вот. И сейчас просто руковожу своим бюро. То есть являюсь скорее управляющим. Гораздо больше, чем архитектором. Это тоже, кстати, вот история про трек, что, конечно, делать свое бюро — это не обязательно пропроектировать, там очень много придется заниматься именно управлением. Вот, как-то так я бы ответил. Спасибо большое. Так, ты, конечно, задал темп. Я так быстро не... Я на 10 лет старше, поэтому мне можно подольше. Не знаю, я бы рассказала, может, чуть подробнее, если позволите, потому что я думаю, что мой трек, наверное, был бы интересен особенно ребятам не из Москвы, так как я родилась в Самаре и училась сначала... это важный аспект, так как я училась в английской школе, и в художественной параллельно, то в какой-то момент и вообще хотела стать политологом, если честно, это интересный аспект. Таким социологом и политологом, когда была маленькая. Просто тогда слишком много политики было в нашей жизни в 90-е годы. Но
в художественной школе однажды нас повели на пленэр не природу рисовать, а архитектуру. И это как-то, ну, это такой важный маленький момент, который перевернул, мне кажется, всю мою жизнь, потому что после этого я подошла к своему преподавателю, мне было лет 14 тогда или 13, и спросила, есть ли такая профессия, где можно дома рисовать. Ну, такой совершенно наивный детский вопрос. И он мне сказал, да, есть профессия архитектора, и у нас есть в городе университет, где можно учиться архитектуре. Собственно, туда я и поступила, и мне просто колоссально повезло, потому что я попала в студию Сергея Алексеевича Малахова и Евгения Репиной. И вообще, кстати, университет Самарский, он назывался архитектурно-строительный, тогда, ну, я надеюсь, и сейчас, но тогда особенно, был на, и образование в нем было очень на высоком уровне, именно архитектурное. И мои преподаватели, они оказались совершенно невероятными людьми, их программа совершенно точно уникальна и вообще изменила, мне кажется, всех студентов, которые у них учились. Просто если потом посмотреть, то где-то не я одна, а 15 человек из нашего выпуска уехали после окончания в Москву и пришли на работу в самое классное на тот момент бюро это Меганом, АБ, который Артбля, да, там бюро Москоу, Бернаскони и так далее. Ну, то есть просто все, кто-то попал в спич. И, ну, то есть прямо все пришли в какие-то очень классные места на работу. И чем же образование это отличалось? Ну, во-первых, это была нестандартная программа, вот, в отличие от МАРХИ, там не было курса подготовки, не было отмывок, не было какого-то такого, ну, в плохом смысле консервативного уже за образование, а мы делали какие-то, мы постоянно участвовали в конкурсах, мы делали арт-проекты, инсталляции, и у нас каждый год почти проходили летние школы, в которые наши преподаватели в тот момент, они дружили с архитекторами из Германии, Голландии, и из Испании, и других стран, и все эти ребята приезжали, и мы просто затусовались с ними каждое лето, делали какие-то классные проекты. Пока, и, наверное, следующим таким важным просто поинтом было... я при этом все время хотела уехать учиться за границу. Ну, это как бы последствия английской школы, да, то есть все время думаешь, надо поехать учиться за границу, но как так все время не получалось, именно потому что много всякого интересного происходило и так. И следующим важным поинтом была архитектурная биеннале 2004 года, где куратором был Евгений Викторович Ас, и он тогда сделал, на мой взгляд, одну из самых невероятных вещей. Он вместо того, чтобы, ну, как бы сделать какую-то очередную выставку, он решил устроить конкурс, который назывался «Проблема решения», и найти классных, талантливых ребят по всей стране и дать им возможность приехать на биеннале и поучаствовать в воркшопах с иностранными преподавателями. И было вот в конечном итоге отобрано где-то 90 человек со всей действительно страны. Из Самары тоже оказалось нас довольно много. Была Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль и так далее. И вот на протяжении 3 месяца мы приезжали в Венецию. Для кого-то это была вообще первая поездка в жизни за границу, первое вообще соприкосновение с не только с европейской архитектурой, вообще с биеннале и с другим способом, мне кажется, даже мышления и делания проектов. И тогда это событие очень ругали, потому что, ну, не очень ругали, многие критически высказывались относительно этого события, потому что говорили, ну вот России нечего выставить, и привезли неумелых студентов, а мы все действительно тогда были не то чтобы, ну, какие-то классные, вообще, наверное, мы были классные, но не настолько. И
Но в итоге мне кажется, что это оказало очень значительное влияние вообще на всю сцену архитектурную даже сегодня, потому что мы вот с Юлей Шаловой делали на эту тему выставку на Архмосквье два года назад, да, что вот именно в тот момент Венецианский павильон послужил такой, как бы сработал как настоящая культурная институция, да, благодаря которому, который дал шанс большому количеству архитекторов как-то изменить свою жизнь, потому что там помимо меня были такие ребята, как Коля Переслегин, Оскар Рамазанов, Стас Горшунов, Настя Рычкова и многие ребята, кто сегодня возглавляет свои собственные архитектурные бюро и как-то в том числе формирует, мне кажется, сцену московскую и не только. Ну, хорошо, мне надо, видимо, ускориться. Но мне казалось, что это важная, такая важная вещь, про которую стоит рассказать. Да, ну и, соответственно, там мы познакомились с кураторами. Были иностранные кураторы, а модераторами были архитекторы московские, в том числе Юра Григорян, там, Евгений Викторович Ас, Сергей Ситар, Кирилл Ас и так далее. И после собственного участия в этом мероприятии мы с подружкой отправили свое портфолио в бюро «Меганом» с запросом пройти практику, и нас взяли. Поработав, пробыв на практике там месяц, мне предложили остаться, и я немножко подзабила на учебу на тот момент и осталась на практику, ну, там, на полгода. Потом все-таки вернулась в Самару, защитила диплом и вернулась обратно в «Меганом». И там проработала, наверное, больше 6 лет. Вот с Таней мы как раз работали в какой-то период вместе. И уже где-то, уже будучи там гапами, я и вот мой партнер Натта Танашвили, мы ушли из «Меганома», и образовалась «Новодейс». Соответственно, «Новодейс» сегодня уже больше там 10 лет. И мы действительно, знаете, я еще такой... У меня сейчас и две дочери уже довольно такие, ну, там, 10 и 12 лет. Младшая делает классные макеты, рисует классно, ну, прикольно рисует. Я все время говорю, что ты будешь архитектором. Она сначала сопротивлялась, и я ей объясняла, ну, как бы так, говорит, нет, я буду художником, но ребенок не очень понимает, да, что такое быть архитектором. Сейчас она уже согласна, и я все время ей объясняла, что... как бы, знаешь, если ты будешь архитектором, то, вернее, если ты получишь архитектурное образование, то ты сможешь быть вообще-то на самом деле потом кем угодно, потому что это настолько всеобъемлющая профессия, потому что ты сможешь там быть преподавателем или быть редактором и писать тексты, и ты можешь... вести научную деятельность, быть там градостроителем или дизайнером интерьеров. И это большой, это такой большой спектр того, чем ты можешь заниматься в рамках профессии. И я, мне кажется, за вот какой-то период своей профессиональной деятельности всеми этими аспектами в том или ином виде занималась. И в том числе и мы преподавали в Марше, и писали статьи, и там... Я писала диссертацию и так далее, и так далее. То есть там сейчас уже не буду вдаваться, очень много всего. Но, наверное, если говорить про уже внутри бюро, каким-то, конечно, важным поворотным моментом для нас стало, когда нас «Меганом» пригласили вместе с ними проектировать музей Кремля. И это, конечно, была невероятно значимое для нас и на тот момент предложение, и в конечном итоге действительно повернуло еще весь наш, все наше бюро к тому, чтобы, ну, вообще научиться решать невероятно огромные комплексные задачи, к тому, чтобы в том числе работать с московской русской архитектурой,
Ну, этим мы начали заниматься чуть раньше, поэтому, собственно, и было приглашение заняться таким проектом. И это, и, в принципе, любовь к проектированию и музейных музеев и работы с культурным наследием. Вот. Наверное, на этот раз я закончу. Не знаю, сколько там было минут. Спасибо большое. Спасибо, Наташа. Меня зовут Александр Стариков. Мне 40 лет. Я архитектор, предприниматель, семьянин. У меня двое сыновей. Занимаюсь триатлоном и люблю ходить в горы. Ну, поднимался 3 раза на Эльбрус. Вот в этом году собираюсь еще на пик Ленина подняться. Но об этом я еще тоже потом расскажу, что помогает, собственно, быть в ресурсе и быть в каком-то таком состоянии, получать интересный разный опыт, который потом позволяет находить какие-то новые решения в творческой среде. Я учился в Ярославле. В 2007 году закончил кафедру архитектуры в Ярославском государственном техническом университете. У профессора Николая Николаевича Кудряшова у нас был, я ему очень благодарен и признателен, он вложил в нас возможность понимать вообще, что такое архитектура с точки зрения критики. То есть он там рассказал, что такое постмодернизм, кто такой Чарльз Дженкс, язык архитектуры постмодернизма. Ну и, в общем, посеял такие важные семена того, чтобы как-то осознавать свою профессию в контексте вообще общего культурного дискурса, что ли. В 2007 году я приехал в Москву. Здесь я устроился архитектором, прошел все карьерные ступени от архитектора до ГАПа, участвовал в проектировании там разных объектов. У меня там, начиная там от промо, я работал архитектором, когда мы проектировали космодром Восточный, участвовал в этом проекте, и до жилья там бизнес-класса в Раменках. То есть такой очень разнообразный опыт. И в каждой типологии находил какие-то новые интересные открытия. То есть в проме это там функция впереди, в жилье там другая история, комфорт людей и новые какие-то смыслы, эстетика. Значит, закончил я по найму в 2015 году, а нет, в 2018. Закончил ГАПом в Апексе, и в 2018 году я открыл свое бюро, которое мы с партнером моим Алексеем Зародовым, который тоже мой на самом деле однокурсник из Ярославля, что логично, мы открыли свое бюро. И выбрали название «Синтаксис», потому что ну, придумали такую историю, на самом деле, в том числе благодаря Николаю Николаевичу Кудряшову, что город — это как большая книга, и, собственно, синтаксис — это правило, по которым можно находить оптимальное высказывание архитектурное, чтобы потом общество могло их считывать со временем. Вот, то есть вписывать какие-то новые предложения, новые смыслы в большую книгу города. Что еще, значит, в 2018 году, вот 5 лет, в этом году нам будет 6 лет. У нас появился еще один партнер недавно. Это вот к следующей нашей теме, что хорошо быть архитектором, но нужен еще и управленец, потому что когда слишком много творческих людей в команде, то финансы начинают улетать, и очень сложно становится жить. Поэтому тут важно находить баланс. Ну, собственно, сейчас у нас порядка 80 человек, свой офис, метро «Автозаводская». Мы проектируем интерьер. У нас 2 таких больших направления. Мой партнер занимается интерьерами, я занимаюсь большой архитектурой. У нас есть такое распределение, которое тоже помогает нам не пересекаться и не лишний раз там не конфронтировать друг с другом.
В большой архитектуре мы проектируем социальные объекты, школы, детские сады, жилье, офисные здания и мастер-планы. А в интерьерах это офисы больших компаний, таких как НМЛК, Яндекс, там сейчас вот для ФСК делаем штаб-квартиру, и офисы для девелоперов, это МОПы, места общего пользования. И, в общем, такая история. Команда, как я сказал, 8 человек. Был для меня самый большой вызов, это ну, после того, как я ушел из найма, было очень сложно вообще понять, как можно жить в условиях постоянной неопределенности. То есть это совершенно другая история. То есть когда ты в найме, у тебя там день идет за днем, и как бы в конце месяца зарплата, а когда ты выходишь из найма, то уже таких комфортных условий нет. И ты понимаешь, что все зависит от тебя. И это серьезный челлендж, заставляет сразу голову по-другому мыслить. И здесь важно, конечно, найти поддержку, найти людей, у которых, возможно, больше опыта. Ну, в моем случае это так было. У меня были в окружении люди, которые мне подсказывали, что нужно делать. Я, собственно, помню, как я пришел к Кате Пановой на курс, как он назывался, такой, проектирую свой бренд, что-то такое. Да, да. И мы там как раз сделали платформу своего бренда на тот момент, в 2019 году, защищали ее потом. И вот это постоянное обучение, постоянное там общение с людьми, которые более опытные, более интересными людьми, оно дает возможность приходить в какую-то новую точку и самое главное реализовываться. То есть для чего вообще вот это бюро? Создали для того, чтобы реализовать себя, свой потенциал и внести вклад в развитие общества. Как бы это пафосно не звучало, но если ты приносишь пользу, то у тебя есть и ресурсы для того, чтобы жить и творить. И это, я думаю, для архитектора очень важно. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо большое. Да, меня зовут Андрей. Петя говорит, что он был плохим студентом, я вообще еле-еле поступил. Там каким-то... Я был, да, вторым с конца на коммерческое. Вот. Но да, это был важный вообще первый этап решить, что я стану архитектором. А, наверное, второй супер важный этап был, когда, собственно, очень мне там повезло, что в 2012 году Евгений Викторович с Никитой Токаревым объявили, что открывают марш. Как раз у меня совпало, я переходил на третий курс, там маячило потом, что делать дальше, потому что это еще был бакалавриат в мархи четырехлетний. И, собственно, выбор, ну, для меня, по крайней мере, был очевиден, что марш заявлял себя как что-то суперсвежее на фоне действительно такого запылившегося мархи. Поэтому тут одна из немногих вещей, наверное, которую для себя точно решил, что вот все, в марш я пойду однозначно. С маршем уже таких проблем не было с поступлением. Там вторым конца, с конца быть не пришлось. Наверное, что еще важно сказать, что параллельно с учебой начал работать. Я думаю, это как-то у многих все так и складывалось. И тоже, как это часто бывает, текущий преподаватель позвал работать. Саша Эрман, который много занимался и занимается интерьерами, частными домами, загородными. Вот. Наверное, что еще важно и интересно, что при этом, поступив в марш, такую вроде маленькую камерную школу, при этом параллельно работаю с Сашей Эрмана, который делает тоже не огромные проекты, ну, то есть в рамках частных проектов они довольно немаленькие были, но это не огромная какая-то там, не какие-то огромные офисы, жилье и мастер-планы. Архитектура довольно небольшая. Но при этом параллельно с поступлением в марш меня позвали, предложили поработать у девелопера в RDI Group. Это такой девелопер по Московской области. На тот момент, как ни странно, вообще вся Москва была, ну не вся Москва, окей, но много в Москве было плакатов, там какие-то, по-моему, восточные, западные, долины были проекты, и, в общем-то, а еще девелопер платил деньги, поэтому было крайне актуально, что можно там и за учебу было бы платить, параллельно работая, там договорился на полставки, вообще все круто. Да, затем, значит, что круто, само собой, было в марше, что удалось поучиться у большого количества разных преподавателей. Наверное, тут, конечно, одно из самых важных, что удалось на дипломе поучиться у
Евгения Викторовича Асса. Вот. И при этом тоже у меня жизнь очень как-то странно в плане работы где-то поворачивалась, потому что при этом на дипломе я снова уже работал с Сашей Эрманом, который тоже довольно удачно переехал на тот момент на ArtPlay, поэтому я утром шел на пятый этаж учиться, а потом спускался на первый этаж работать. Вот, что тоже позволяло, в общем-то, учиться и платить за учебу. В общем-то, очень удобно в одном здании. Вот. А при этом, при всем, да, я учился в Марше, работал, значит, да, то сперва у девелопера, какими-то там большими вот этими загородными проектами занимались. Ну, там, потом у Саши мы на тот момент делали довольно большой проект в Сочи, там сугубо рабочку. При этом учился я в Марше, где про там, душу, поэтику. Понятно, что не без, как у нас там, чувствующий, думающий, ответственный, конечно, не без ответственности, но на фоне Мархиз, его такой довольно ригидной системы, вот тут была возможность как-то немножко себя отпустить в архитектуре. И как-то, как будто бы для меня самого не клеилось, что как-то я в Марше, но у девелопера, а потом в Марше, но черчу рабочку. Ну окей. Вот, и при этом, при всем, как-то хотелось поработать, само собой, в чем-то маленьком, камерном, уютном, поделать какую-то приятную архитектуру, а не стояки расставлять или какие-то там гектары нарезать. Вот, и так случилось, что, собственно, после выпуска «Марша» меня пригласили работать в бюро Бродского, потому что ничего никого, не знаю, не просил, не отправлял. Вот, и пригласили, собственно, там, преподавать в «Марше». Вот, то есть как-то я, да, ушел на лето отдыхать после диплома, потому что работать и учиться параллельно — это, с одной стороны, можно платить за учебу, с другой стороны, можно сильно выгореть. Вот, поэтому, да, отдыхая летом, вот, получил два таких приглашения. Это тоже к слову, что там про планирование личного трека и карьеры, вот это я не планировал. То есть мне очень хотелось работать у Бродского, очень хотелось преподавать в «Марше», но я как-то ни одно, ни другое инстанцию об этом не просил. Вот, и так вышло. Затем, наверное, из суперважного то, что я уехал работать в Нидерланды. Всегда хотел за границей тоже поработать, но тоже интересный момент. Это скорее случилось, точнее, как к этому пришлось прийти осознанно, долго и планомерно, но это случилось просто потому, что на тот момент моя девушка уезжала работать, господи, на учебу в ТУ Делфт, и я такой, ну окей, все, я тоже еду. И здесь, в числе прочего, тоже помогло, что я учился в «Марше», потому что я учился в студии, в том числе у Оли Алексаковой и Юли Бурдовой, бюро «Москоу», и там были хорошие контакты с Голландией, и вот удалось попасть в Роттердам, в МЛА+. Вот. Затем тоже все случилось довольно странно, потому что начался ковид, полная неопределенность. Если вы... А, еще, кстати, что важно, так я, может, пробрасываю чуть-чуть наперед, то, что мог бы сказать позже, но да, если вы работаете за границей, то нужно быть готовым сделать шажок назад, потому что приходится мне работать в позиции джуниора на временном контракте, при том, что я вроде как-то с каким-то уже опытом приехал. Вот. И на этом фоне, да, были, конечно, на фоне ковида сложности с продлением этого контракта, потому что это все там тяжелая бюрократия. И, собственно, какое-то появилось время, ковид, карантин, работу в Голландии не найти. Во-первых, мне кажется, примерно тогда я начал в софт-культуре преподавать на портфолио, ну, потому что все сидят дома, надо что-то делать. И мы решили с, собственно, Сашей Боевой, ну, не открыть бюро, это было бы очень громко прозвучало, просто как-то о себе заявить, поучаствовать в каких-то конкурсах, назвали себя Skesis Studio, очень долго, целый вечер перебирая все книги по дому и открыв, по-моему, господи, «Как жить вместе», это кто? Кто? БББ, если кто напомнит. Не помню. Бенемин? Нет, ну неважно. Вот, и что-то листали все книги, вот там открыли, и там было здорово, что Askesis — это, как там было, организация пространства, предметов и времени. Ну, круто, что про архитектуру в целом. И как-то звучит вроде солидно. Вот. Поучаствовали, да, в нескольких конкурсах, причем довольно как-то... Круто, первый же конкурс у нас там вошел в какой-то шорт-лист, там написали какие-то немцы из какого-то журнала, опубликовали, в общем, вообще прям как будто бы все пошло-поехало. И там в Инстаграме под 2000 подписчиков сразу нафармилось.
Но при этом, при всем, как бы, это все еще ситуация, что я без работы в Голландии, потому что карантин, никто не хочет брать человека без хотя бы ВНЖ, потому что это сложнейшая бюрократия. Вот. И маячит соседняя Бельгия, потому что в соседней Бельгии бюрократия немножко иначе устроена, и там можно было условно оформиться как самозанятый. Вот. И звучало все довольно неплохо, что можно, ну окей, там, поживем на две страны, ехать что там, час на электричке из Роттердама в Антверпен, ну может полтора. Вроде все неплохо. И пройдя, то есть сперва оказалось, что можно будет за пару месяцев все это сделать, но, правда, пришлось уехать в Москву, и все затянулось не на пару месяцев, а на полтора года. В итоге я разрешение на работу, кстати, в Бельгии получил, но из-за одной маленькой бюрократической закорючки в самом конце выяснилось, что я не смогу там все-таки работать, при том, что у меня была огромная пачка документов на руках. Вот. При этом, да, вернувшись в Москву, тоже как-то не то чтобы где-то куда-то полноценно прибился, что-то делал с Бродского, что-то делал, опять же, с Сашей Эрманом, с Бродским. Как раз удалось договориться, наверное, для нас очень успешно, что мы вот конкурс на проект в Соловках для социального жилья Саша, так скажем, позволил нам оформить в коллаборации. Правда, мне кажется, кроме там нашей инстаграм-страницы, возможно, это нигде не фигурирует, но неважно, все равно было прикольно. И как-то очень было непонятное состояние ситуации, и так случилось, что там на одной из посиделок моя хорошая знакомая подруга, с которой преподавали в Марше, работала на тот момент в Пике, и как-то рассказала, чем они там занимаются. Не очень было понятно, чем они там занимаются на тот момент, но я решила, почему нет. И, собственно, не сразу я попал в Пик, потому что началась война, всех везде начали там сокращать, увольнять, остановили наборы на работу, поэтому в Пик я попал через полгода после этого, когда летом 22-го получается. Вот, и приходил я на одно, просто потому что вот кто сейчас работает с проектами в Москве, знает, как мэр и главный архитектор Москвы раскручивают спираль улучшайзинга в архитектуре, поэтому приходил я на то, чтобы заниматься какими-то там продуктовыми решениями внутри ПИК, а вот в итоге вышло так, что там почти за два года из там ведущего архитектора, который должен заниматься какими-то продуктовыми прибабахами, что на тот момент было абсолютно непонятно, потому что я был таким вполне себе конвенциональным проектирующим архитектором, который может и, там, не знаю, сарай придумать, и стояки в рабочке расставить, и Пушкинским музеем позаниматься. Вот. А тут какие-то продуктовые вещи. И по итогу, да, ввиду раскручивания вот этой спирали улучшения Москвы, вот я теперь руковожу архитектурной мастерской, которая, в свою очередь, курирует порядка 40 проектов. И тут важно сказать, что я не проектирую, и мастерская наша не проектирует, несмотря на то, что мы называемся, ну, правильно сказать, не архитектурная мастерская, а мастерская архитектурных решений. И это вот то, о чем Александр упомянул, и Петя тоже сказал, что управление в архитектуре, если вы хотите чем-то управлять, и если хотите открыть бюро, то, возможно, навык проектирования, конечно, полезен, но прочие другие навыки тоже пригодятся и, возможно, намного больше и сильнее. Вот. И, в общем, несмотря на то, что да, я очень хотел всю жизнь, ну, как всю жизнь, долгую часть своего пути проектировать что-то маленькое, приятное, не знаю, поэтичное, какие-то домики, узлы в них там раскручивать, а по итогу вот так вышло, что я руковожу мастерской, которая курирует огромное количество проектов на миллионы квадратных метров. Вот так. Спасибо. Спасибо. А можно я добавлю комментарий, прежде чем, Тань, ты расскажешь? Мне кажется, что это правда, что вообще, ну, когда ты... Нет такого, что ты хочешь открыть архитектурную мастерскую. Ну, то есть это обычно, мне кажется, абсолютно спонтанно происходит. То есть, и это не происходит так, как многие другие бизнесы, когда ты как бы знаешь, что тебе нужно открыть офис, тебе нужно нанять бухгалтера, тебе нужно нанять юриста и так далее. Обычно архитектурные бюро открываются там, условно говоря, несколькими единомышленниками, которые хотят делать какие-то классные проекты, реализовывать себя, заниматься своими идеями. Да? И это обычно всегда так... В среде это называется очень легкий вход. Да. И это действительно так.
И поэтому чаще всего это происходит еще действительно параллельно тому, как ты где-то работаешь, ты уже начинаешь, да, что-то делать, и чаще всего архитекторы делают либо какие-то небольшие халтуры, либо участвуют в каких-то конкурсах, там, в зависимости от личных интенций, да, чем ты больше хочешь там заниматься и какой, ну, и получается, что да, что это всегда обычно что-то на коленке, сидя дома, на ноутбуках, ты начинаешь делать какие-то проекты, и только в процессе ты начинаешь разрастаться, и наступив на огромное количество граблей, связанных с проблемами с договором, да, когда получаются проблемы финансовые, юридические и другие, ты понимаешь, что тебе просто не хватает знаний в области управления, менеджмента и бизнесом, да? Да, там, мне кажется, у нас была какая-то, не знаю, что-то типа экономики, и немножко про это было, совсем чуть-чуть, но практически скорее, да, в образовании это абсолютно отсутствует. Но, честно говоря, вот по сравнению с Маршем, в образовании еще и отсутствует, например, навык, практически отсутствует навык публичных презентаций проектов. То есть если в Марше это ты постоянно должен презентовать проект на публику в несколько раз в год перед критиками и так далее, да, то чаще всего в обычных архитектурных вузах это тоже отсутствует, и люди, выпустившись, не умеют этого делать. Да. Спасибо большое, Наташа, но мы все-таки хотим продолжить, и еще у нас Танин рассказ. Спасибо. Меня зовут Татьяна Корниенко, мне 38 лет. К данному моменту, вот я сейчас могу сказать, что я развиваю свою архитектурную мастерскую. Мой путь начался в Меганоме. Мы были первыми студентами Юрия Эдуардовича Григоряна. И он для нас, наверное, по сей день останется гуру. Вот. И у меня было ноль вопросов, куда мне идти работать. Я не представляла другого места, чтобы я не попала в Меганом. И меня туда сразу взяли без собеседования. В общем, 10 лет я провела там. Наверное, один раз я отлучилась из Меганома в 2013 году. Меня пригласили знакомые на олимпийскую стройку в Сочи. Мне хотелось, поскольку мы с 2008 года очень много проектов делали в стол, время такое было, мне очень хотелось соприкоснуться со стройкой. И вот я попала в швейцарскую компанию Nusli, в менеджерскую команду, и мы построили за 2,5 месяца павильон Volkswagen. Это было очень веселое время, и оно совершенно радикально другое было, нежели вот то, как я проводила его здесь, в Москве. Вот. Но это были такие каникулы, можно сказать. И потом, наверное, в 2017 году начался вот этот проект Звенигородского шоссе, дом 11, ЖК 11, на котором я полностью выгорела за 6 месяцев без выходных, до такой степени, что я поняла, что я даже больше не могу идти на работу. И когда мы зашли в экспертизу, 10-дневная пауза возникла. В общем, я поняла, что все, я уехала в Грузию, и я не могу. С тех пор я достаточно долгое время делала какие-то небольшие проекты одна, меня звали в разные команды дружественные. И даже в 2019 году мы пробовали партнерить с одним иностранным архитектором, который стремился зафиксироваться в Москве. Вот. Ничего хорошего из этого не вышло, и поэтому я продолжала долгое время работать одна. И вот эта вот парадигма, что все сама, и как бы когда проектов стало много, это, наверное, с 22 года у меня прям совсем режим такой. В одно лицо нельзя все-таки потянуть даже небольшие объекты, когда их несколько. Вот. И достаточно трудно было мне расстаться вот с этим образом мышления, что я сама очень люблю проектировать. И я не представляю себе, чтобы я полностью погрузилась вот в эту менеджерскую работу, управленческую. Я все-таки все проекты я погружаюсь и хочу участвовать сама, но мне вот после программы «Личный трек» мне теперь гораздо лучше удается
условно говоря, чужими руками делать эти проекты. С моим участием, в том числе я не гнушаюсь и моделировать, и там планировки сделать сама, так, чтобы была крепкая основа в проекте для того, что будет развиваться дальше. Вот. Я не знаю, сейчас ли нужно рассказать, как повлияла на меня программа «Личный трек», или об этом будет дальше дискуссия. Но мы вообще не планировали, честно говоря. Но поэтому будет здорово, если для вдруг меня, ты скажешь. Ну, поскольку такой мы экспромт. Рассказываем да, о своем пути, да. Вот с декабря месяца мой путь сильно изменился. То есть, наконец-то мне удалось. У меня появилась личная помощница. И теперь я не занимаюсь документами. Ну, естественно, приходится погружаться в их формирование, но в любом случае, вот, наверное, с этого момента начался новый виток вот моей деятельности. Кроме того, что на каждом проекте у меня сейчас один или два архитектора, никто из них пока у меня не в найме, я, как бы, наверное, у меня самая маленькая деятельность вообще возможная в области архитектуры, да, и поскольку я... Меня, наверное, страшит больше это управление, то пока вопрос найма для меня не стоит, но вот команда как бы есть, и достаточно сильные люди. То есть если я на программу «Личный трек» приходила, мне кажется, на тот момент была очень большая проблема найти классных людей, которые будут с таким же рвением, как мы в «Меганоме», создавать это. Вот. Сейчас у меня классные ребята со мной, и мне это управление начинает нравиться. Вот. Что еще рассказать? Давайте постепенно потом что-то еще, наверное, буду говорить. Хорошо. Спасибо большое. В общем, получается, что сегодня у нас такой предпринимательский кружок, и все говорят, да, управление не учат, но тем не менее, вот кто-то уже 15 лет, кто-то 10, кто-то 6, кто-то чуть меньше в этом процессе находится. И для предпринимателей, конечно, приходится ежедневно принимать огромное количество решений. То есть это человек, который все время находится вообще в состоянии принятия решений. И, наверное, вот об этом мы сделаем такой тоже проход. Как у вас это получается, как вы принимаете решения? Вероятно, как правило, есть какой-то отработанный инструмент. Он может быть неосознанный, не отрефлексированный, но он, скорее всего, есть. И вы им пользуетесь. Поэтому, Петь, начнем, наверное, тогда с вас. Делитесь секретами. Блин, вопрос, конечно, мощный. Как принимать решения? Там просто много историй. Ну, базовая история, что если просто начать принимать все решения самому, то как бы и в чем смысл тогда вообще? Ну, то есть, ну, даже при нашем небольшом размере компании, там, не знаю, 15 человек, это, ну, нереально принимать все решения в проекте. И эта история скорее становится даже интереснее не то, как самому их принимать, а как сделать так, чтобы на каком уровне какие решения могут приниматься. То есть как это системно сделать, это всегда большой вопрос. Вот, то есть вообще какая-то история decision making. Ну, тут много чего можно сказать, не знаю, базовое решение. Как принимать решение, заходить в проект, не заходить, надо очень хорошо понимать экономику проектов. И как это влияет на экономику компании. То есть, не знаю, принятие решения, инструменты есть такие, как, не знаю, посчитать деньги, сделать P&L, я не знаю, сделать какие-то такие вещи, очень помогает не делать глупостей в плане управления. Принятие проектных решений — это история, наверное, ну, самый, мне кажется, высший пилотаж в проектных решениях — это вообще услышать, что люди говорят в команде. Вот это самое сложное обычно. Вот. Особенно когда ты наверху, самая сложность, наверное, в принятии решений — это вообще других послушать немножко. Вот. Потому что, правда, гораздо больше опыта, вот. Но уровень погружения, уровень, там, я не знаю, вовлечения ребят, которые делают проекты 24/7, он другой. Вот. Здесь это важная история — слышать другую сторону и как-то понимать и ловить, где правда, а где не очень трушная история. Надо как-то, наверное, такое решение не принимать и подсвечивать, почему. Вот, наверное, вот эти инструменты помогают в принятии решений. Ну и вообще самое главное в принятии решений — просто взять ответственность за них. Вот это самое сложное. Потому что это как бы можно и очень классная история принять решение, а потом весь мир виноват. Вот. И это базово. То есть никто не, ну, нет, я не встречал ни одного человека, который бы кайфовал от ответственности. Вот как бы пока не встретил, даже себе такого не встретил. Вот. И это правда, правда так. Вот. Так что, наверное, даже прежде чем брать решение, надо взять ответственность. Вот, за то, что ты хочешь, какого результата хочешь достичь и так далее. Вот, и, собственно, тут возникают вот цели, становятся нужны обычные и так далее. Вот, но в целом вот, вся жизнь стоит из решений. Базовое решение — встать с кровати и что-то делать. Это уже как бы здесь есть решение. Вот, и вы не только их предприниматели принимают, и все принимают. Просто обычно
предприниматель берет ответственность еще за что-то большее, за других людей. И вместе вот я, как вот они говорят, давай, ты решай, а мы как бы за тобой, вот иди. Вот. Это даже не предприниматель, это в принципе про, ну, то есть про теорию лидерства, про всю эту историю, что это в любой группе разворачивается. Вот вы конкурс делаете, у вас, скорее всего, есть какой-нибудь человек, который вот как бы все это затеял, и вы ему как бы отгружаете, ну давай, вот финальное решение за тебя. И в любой проектной команде эта история есть. Это тоже вот история про то, что договориться, кто будет лидером группы, тоже очень помогает в плане принятия решений. То есть тоже вот инструмент прозрачности, лидер группы, тоже крутая история в плане принятия решения. И это, ну, это как бы важная вещь понимать, кто лидер. Потому что если никто не отвечает, то как бы вот и никто не виноват, что ничего не получилось. Вот. А если есть кто-то ответственный, сразу дела начинают двигаться. Какие-то такие инструменты я бы выделил. Ну, сначала посчитать деньги. Ну, это просто понятный инструмент. На самом деле, просто понятный инструмент. Просто вспомнить инструмент. Неочевидный. Вот инструмент. Понятно. Там очень много чего. То есть... Вообще это важно, потому что, мне кажется, многие архитекторы забывают посчитать деньги. И это вообще проседает в профессии. Да. Очень сильно. А это мешает нести ответственность. Ну, то есть, как бы, ну, ты, получается, тогда свою роль не можешь занимать. То есть, если ты говоришь, я отвечаю за то, чтобы все зарплату получили, то придется это сделать. Как бы это неприятно ни было. Вот. Это вот тоже история про то, я говорю, что вначале для меня, мне кажется, ответственность, и она потом под нее все подтягивается. Вот, что это реально, ну, как бы, вот я беру, чтобы это случилось. Вот я, кто-то, если возьмет ответственность выиграть конкурс, там, как бы, вся, ну, то есть, мы точно выигрываем, и все, я, как бы, другому не участвуем. Там все действия начнут меняться. Это прям вот интересная история. За это брать ответственность. Спасибо большое. А мы говорим про решение именно, когда уже внутри функционирующего бюро, да? Или как можешь немножко деле, еще раз? Интересно вообще как бы относительно тебя как личности, да, как человек, который и предприниматель, про свою траекторию, и про бизнес. Какие-то жизненные важные вещи. Это отличается? Да. Ну, я помню даже, Ната, однажды, как какой-то чуть ли не тост на Новый год, и об этом сказала про меня. Я вообще-то всегда могу сказать так, что я всю жизнь всегда, как это говорила, да, всему, что со мной происходило. То есть мне кажется, что... Ну, то есть ты, наверное, конечно, какую-то быструю аналитику в голове проводишь, да, не то чтобы ты говоришь, да, прямо сразу, не бездумно, нет, но часто тебе страшно, но ты говоришь «да». Ну, то есть страшно, потому что ты думаешь, я не знаю, как это сделать, а если я не сделаю, если не получится, а если, ну, там, я все провалю и так далее. А потом ты такой думаешь, ну, это же твой шанс, если ты сейчас им не воспользуешься. Ну, как бы, как будто бы, не знаю, мне кажется, это так меня мама, что ли, этому научила, удивительно даже сейчас об этом говорить. Действительно, просто говорить «да» всем шансам, которые у тебя в жизни появляются. И, наверное, я вот такой человек. Я говорю «да», и потом думаю, но в процессе разберемся. Вот. И чаще всего, ну, мне кажется, 90% успеха в этом есть. Действительно, потому что нет ни одной задачи, с которой ты не можешь на самом деле разобраться, если ты уже взял на себя, как говорит Петя, ответственность, да, за это, да. И ты просто постоянно челленджишь себя, ну, нон-стопом, да, и как бы каждый раз ты справляешься с этим. Ну, даже если ты в какой-то момент с чем-то не справляешься, хотя я так, честно говоря, не помню такого, то ты это все равно... Это все равно важный, ну, как какой-то важный опыт ошибки, который ты можешь совершить, который тебе, ну, просто тебя там дальше учит чему-то. Но и мне кажется, что вот это «да», в том числе уже когда, ну, вот если говорить про свой личный трек, да, то какие я принимала решения относительно того, что я делаю сама в жизни, да, и в профессиональном плане. А если говорить про бюро, то, мне кажется, мы действовали примерно так же, потому что, когда мы только образовались, и действительно это была скорее
такая история, что несколько человек собралось, практически, да, хотелось уже что-то делать самостоятельно, и не было какой-то стратегии, не было названия, не было офиса, не было ничего, да, то есть это была просто возможность нескольких, условно говоря, предложенных проектов, которые можно было бы делать уже самостоятельно. И дальше там мы часто говорили «да» любому проекту, который приходил, их в первое время приходит не так много, и приход, там был запрос на проект кафе, на проект временного благоустройства, на проект временного павильона, да, то, что для тебя, как для человека, который ушел из Меганома, будучи ГАПом, да, и те проекты, которые ты делал там на протяжении 10 лет, это... реальный дауншифтинг, и дальше мы просто пытались сделать каждую работу интересной. То есть просто в каждой задаче находить те важные темы, смыслы, идеи, которыми тебе интересно заниматься. И в этом смысле мы просто делали на 150% больше, чем требовал от тебя заказчик, потому что у заказчика как бы свой трек, а тебе важно сделать что-то, просто заниматься интересным делом, и ты сам себе эту задачу усложняешь троекратно, но и результат как бы классный выходит, да, поэтому дальше ты можешь этими проектами гордиться, и они могут вполне себе вставать в ряд с очень такой и более важной и не временной, например, архитектурой, да, и наверное, вот мой такой главный, как сказать, главное правило. Говорить «да» возможностям, которые перед тобой возникают. Особенно это важно, когда ты находишься на старте. Да? Сейчас, конечно, когда в бюро 50 человек, когда у нас огромное количество проектов, мы часто говорим «нет». И иногда так бывает, что ты просто не обращаешь внимания даже на те возможности, которые к тебе приходят, просто не успеваешь уже этого делать. Да? То есть ты пропускаешь даже какие-то письма в почте. И, в принципе, там, наверное, ничего от этого не теряешь. Но когда ты начинаешь свое бюро или начинаешь свой путь, мне кажется, это действительно важно. Спасибо. Какой секрет Александра? Я хожу к тарологу. Шутка. На самом деле... Это очень модно сегодня. Да, это очень модно. Тарологи, нумерологи и прочая вся история. На мой взгляд, это может быть инструментом снятия ответственности. А я все-таки хочу сказать про личную ответственность. И, на мой взгляд, наверное, тут имеет факт, о чем можно поговорить, это о риске. О том, что есть риск ошибиться. И вообще предприниматель, архитектор, он должен быть изначально толерантным очень к риску. То есть он должен уметь рисковать. Это, я думаю, важное качество. И тут имеется в виду рисковать не сломя голову, прыгать с 8-го этажа вниз, надеясь выжить, а взвешивать и принимать решения. Вначале я принимал решения очень быстро. Я буквально хватало минуты, и я понял, что вообще правильного или неправильного решения нет. Для меня. То есть, если оно неправильно, я получу опыт. Если оно правильно, я получу деньги. Вот. Опыт – это, по сути, возможность больше не повторять эти ошибки. И таким образом, вначале, за счет того, что было очень много итераций, я получил очень много опыта. Я научился потом больше получать деньги. И это тоже очень важно понимать, что это тоже часть пути. И здесь не нужно расстраиваться, падать, опускать руки. Нужно идти дальше и искать то, что ведет тебя к цели. Вот. Сейчас, конечно, когда у нас уже большая компания, уже я, естественно, стал более осторожным в выборе. И часть выбора я, конечно, делегировал команде. У нас есть
как я сказал, уже генеральный директор сейчас, наш новый партнер, который занимается именно управлением. И многие выборы в части производства, в части там, договорных каких-то отношений, работе с субподрядчиками, это его зона ответственности, и я туда не лезу. Я отвечаю там условно за архитектуру, за то, какая она будет, какие она смыслы несет, и за стратегию, за бренд, и за такие вещи. Это моя зона ответственности. И здесь выбор помогает, в том числе знания, это постоянное обучение, постоянно ходить учиться, спрашивать у умных людей, консультироваться, привлекать консультантов, там, тренеров разных, в том числе и бизнес, потому что если вы ходите в зал и вы хотите там получить какую-то форму, пробежать там марафон, вы должны тренироваться, и у человека, который хотя бы бегал этот марафон или хотя бы знает, имеет знания, чтобы подготовить вас к этому. Также и в бизнесе нужно искать, находить людей, которые могут подсказать. И это очень важно, потому что в начале, когда ты стоишь в одной точке, и ты хочешь прийти в точку Б, то ты не видишь всего пути, и ты должен сделать шаг в неизвестность, прыгнуть как бы в пустоту. И тут, если нет какой-то опоры, нет человека, который тебя поддержит в этот момент, то этот шаг очень сложно сделать. Это такой прыжок веры, и здесь важно как раз... чтобы был наставник или люди, которые тебя поддержат, чтобы сделать этот шаг. Но без этого ты не придешь в точку Б. Вот. Поэтому выбор – это важная часть, но, опять же, не стоит сильно там как-то бояться его сделать. То есть нужно определить время, за которое ты должен этот выбор сделать, и потом решить. Либо так, либо так. Либо опыт, либо... Да, либо опыт, либо деньги. Ничего страшного как бы не произойдет. Поэтому главное смелость и стремление двигаться вперед. Там есть еще другие аспекты. Есть социальное благо или слава, или еще да, какие-то. Да, это вот, кстати... Если не деньги. Просто число... не всегда это ошибка. Да. Это иногда другие так, бонусы. Есть и такая история, да, и поэтому мы участвуем там в разных конкурсах, которые не приносят деньги. У них есть другой профит, да, другая цель и другое, другие блага, да, вознаграждения. Но есть еще такой момент, что иногда заказчик хочет, ну, бывает такая манипуляция, что тебе говорят, а вот сделают работу, а потом получишь еще там другую очень классную. Ну, там у нас денег совсем немного, но как бы зато ты будешь известным, там, ты там получишь ой, какой-то большой этот. Нам недавно один крупный девелопер сказал, да. Если вы участвуете в этом проекте, у вас будет отличный проект в портфолио, да, с классными, да, другими архитекторами. Да, мы, да, сказали спасибо. И за бесплатно желательно, чтобы это все было. И за короткий срок, вы должны работать там день и ночь. Это вот такая история. Тут важно, конечно, иногда говорить нет. Вот. Ну, все, пожалуй. Спасибо. Угу. Во-первых, хорошо, что этот крупный девелопер — это не мы. Ну, по крайней мере, не та часть, которую знаю я. Если говорить про принятие решений, не знаю, у меня тут, наверное, два аспекта. Если будет, может, какой-то уточняющий, направляющий вектор, то, может, еще что-то появится. Ну, первое, наверное, совпадает с тем, о чем говорит Наташа. Реально, я как-то по жизни, ну, что-то челленджу. Реально, поработать у девелопера, ну, why not? Поработать, не знаю, пилить год рабочку, почему нет? Поехать в Голландию, окей. Попробовать бед, ну, тоже окей. Ну, в общем, как-то... И оно, на самом деле, с точки зрения расширения опыта, очень круто работает, потому что, там, не знаю, у меня по итогу опыт от проектирования сарайчика для охраны и киоска на территории дома Мельникова до, там, проектов каких-то мастер-планов, реконструкции Пушкинского музея и... то, что делал Бродский, не то, что делал Мегано. Вот. А сейчас вот вообще другой какой-то аспект. Вот. А что касается в работе, то, не знаю, у меня тут, вот, наверное, от всех коллег чуть-чуть отличается ситуация, потому что я все-таки работаю не на себя, а на большую корпорацию. И там принятие решений, ну, как бы, с одной стороны, очень
сложное, с другой стороны, очень простое, потому что, как бы, с одной стороны, особенно, наверное, в моей позиции, потому что, с одной стороны, есть заказчик в виде корпорации, ее деньги, а с другой есть архитектура, которую я безмерно люблю. И вот у меня перманентно вот такие вот весы, потому что в какой-то момент, когда вот это начинает оказываться в просадке, и там огромное количество нулей начинают теряться, то как бы приходится что-то решать срочнее. Иногда приходится и тут находить баланс, когда нули побеждают архитектуру, когда архитектура побеждает эти нули. Вот, как-то так. Быть в балансе. Да, ловить этот баланс. Да. Архитектура и нули. Окей. Спасибо большое. Ну, я тоже поддержу Наташин метод ввязаться, а дам дальше разобраться, что с этим делать. А это у вас какой-то мегономовский, видимо, метод. Но я хочу сказать, что вот, наверное, анализируя свой прошлый опыт, все равно в этом методе всегда у нас есть внутренний отклик, да, и какое-то интуитивное чувствование. Это вообще история, в которую нужно ввязываться или нет. И, ну, бывало так раньше, что ввязываешься в ненужные истории, а сейчас уже есть вот это внутреннее, то ли сжимается что-то, то ли я научилась это слышать, да, что чуйка мне подсказывает, ну, не надо туда идти. И сейчас для меня решающим фактором, наверное, является, с кем я буду делать проект. Вот кого я вижу перед собой, классные это люди, продвинутые ли они, современные, или это будет мучение какое-то великое. То есть, ну, там, где я могу заподозрить, что это будет великая тягота, и заказчик сложный, и будет там вынос мозга, и вот это, я лучше воздержусь, аккуратно ему намекну, что сейчас там времени нет или что-то. Но лучше я пойду, даже, может быть, если выбор стоит между там более денежным проектом и более классным объектом, но который там принесет больше морального удовольствия, да, и будет классная команда, вот, наверное, пока выбор такой, это не совсем как бы бизнесовая идея, да, ну, такой подход, что если мы возглавляем бюро, то нужно думать о финансах, вот, но пока побеждает как бы вот это стремление сделать что-то хорошее и какое-то добро. Ну, пока могу себе это позволить. И нынешний вот вариант моей команды, пока мы вроде бы справляемся. Кстати, у нас было, ну вот по поводу денег, а не денег, мы два раза в жизни, вот как бы один раз нам, оказалось недостаточно, чтобы понять эту ошибку, два раза, да, когда мы с Натальей подумали, возьмемся за этот проект, ну хоть денег заработаем, знаешь, вот наоборот, ну то есть вот он к нему душа не лежит, и вообще неинтересно и так далее, но думаем, ну вот вроде бы как бы звучит как... история про, да, про то, чтобы денег заработать. И оба раза эти проекты оказывались самые убыточные, вообще самые. То есть не то, что когда ты там заработал, но ты ушел в минус, такой довольно ощутимый. И мы поняли, что, в принципе, видимо, архитекторам, которые любят свою работу, так нельзя, ну, не то, что любят свою работу, а кто действительно все-таки... Когда ты горишь проектом, когда ты хочешь, ну, когда ты его любишь и готов с ним заниматься каждый день и все такое, да, если вот этого в проекте нет, то лучше, правда, за него не браться. Ну, это, видимо, не для нас, да, скорее так. Это не то, что совет для всех, но это скорее как бы у нас именно так было, что лучше тогда и не браться. Вот. Ну, вот один мой коллега, например, выбирает проекты, брать их или не брать, по формуле заказчик, проект, деньги. Ну, то есть заказчик с точки зрения того, насколько он хороший, удобный, комфортный, наоборот, невозможный в коммуникации. Проект, там, не знаю, тоже он потенциально крутой, не знаю, с невероятным выхлопом, это потрясающая архитектура или, наоборот, неинтересный. То же самое деньги, да, там, может, за три копья, но с прекрасным заказчиком и невероятный проект, или, наоборот, может, потрясающий проект за огромные деньги, но с отвратительным заказчиком. Вот мой коллега так выбирает, в целом, вроде, у него работает. Да, самое лучшее — это когда и проект хороший, и деньги хорошие. Вот и к этому надо стремиться. Да. Вопросы, куда вы идете? Да, я вот стараюсь это. Да, да. Вот к этому нужно стремиться, и это
когда получается очень здорово. Это не всегда можно определить. На самом деле хорошего заказчика не всегда можно определить сразу, какой бы у тебя ни был опыт. Люди, как и плохого. Как и плохого, кстати, тоже, да. Абсолютно точно. И заказчика, наверное, плохого нет. Такого прям плохого. У него просто, у него есть как просто свое какое-то представление о прекрасном. И оно просто не совпадает с твоим представлением прекрасным. И это важно очень вначале распознать. То есть он на самом деле нормальный, с ним все окей, просто он должен с этим представлением прекрасным просто идти к другому человеку. Вот. Да, да. И вот это, вот это очень важно определить. И на самом деле системными заказчиками, девелоперами, которые работают в Москве, в целом, благодаря опять же политике города и главного архитектора Москвы, сейчас, на мой взгляд, стало интересно работать, и в целом есть какие-то новые классные решения, которые можно реализовать. А вот с остальными девелоперами, особенно несистемными, где принимает решение один человек, у которого может быть в голове, там, не знаю, старорусский стиль там, или какой-то там, я не знаю, барокко, рококо. И там, если ты в эту историю залетишь, то очень важно вовремя выйти, сказать заказчику, что извини, но как бы я не готов. Вот. И это ценно на самом деле для него, то, что ты говоришь честно. Вот. То есть не пытаешься дальше с ним играть вот этот фарс, там, за деньги сделать то, что тебе самому не нравится. Это про честность профессии, это важная штука. Спасибо. Ну, мы с вами пока говорили скорее такое про кусок прошлого, как вы пришли, чем вы руководствуетесь, исходя из вашего опыта. А сейчас мы хотели спросить, чем вы готовы поделиться, про то, как вы видите свой следующий шаг, куда вы хотите дальше двигаться, какой-то следующий поворот вашего личного трека. И вообще, смотрите ли вы туда дальше, что там за поворот? Ну, ближайший шаг хочется реально вопросы из зала услышать. Вот. А если ответить на вопрос, то... Ну, что, развивать компанию? Я сейчас учусь. Я студент MBA, учусь управлению. И, в общем, а где? Сколково. Вот, классная программа, реально всем советую. Вот, если хотите, поступайте. Кстати, сейчас бакалавриат открылся, там огромные гранты, там 100% будет оплата обучения. Школу советую, школа знает, что делать. Вот, и это история про то, что, собственно, следующим шагом, наверное, вот эта история. Вообще, кстати, на самом деле нормальная история про... Вот все так думают, что это развитие и так далее, интересно. Вот когда до какого-то уровня развитие, там потом вопрос, а что дальше и зачем? Вот это тоже хороший вопрос. Вот что дальше и зачем, это вообще хороший вопрос. Вот, собственно, над ним скорее работаю. Вот. Он по жизни постоянный. Вот. Да, и это нормальный вопрос на самом деле. То есть то, что вот это вот выбери профессию, чтобы нравилось, блядь, пойми, что нравится вообще. Ну, как бы это не простые вопросы, как ни странно. Вот. И поэтому... Следующий шаг — это намечать следующий шаг. Ну, я бы так, как-то так сказал. Вот. И вижу в этом большую историю с тем, что, мне кажется, как раз новое образование поможет что-то другое, что-то добавить очень сильно компании. Потому что есть ощущение тоже, что архитектурные компании очень слабы в управлении, вот, и усиление в этом месте позволяет всем легче дышать. Просто вот прям заметно легче дышать. То есть делать проект классно, делать классную архитектуру и не страдать. Там, где страдать, в принципе, не надо, то все уже разобрались, как это делать. Какое-то такое у меня, наверное, вижен. Спасибо. И следующий шаг, и зачем, все понятно. У меня есть скорее желание. Вопрос возможностей, он как бы непонятный. Есть желание действительно просто больше и внимательнее относиться к проектам. Но это проблема не архитектора. То есть, например, когда мы работали в Меганоме, там, не знаю, в каких годах, типа 2006-2008, вот такое самое, ну, я работала там с 2005 по 2011, ну, вот примерно вот в тот период времени у нас было огромное количество времени заниматься проектом. То есть мы там концепцию проекта делали по полгода. Это была возможность как бы действительно очень внимательно и очень вдумчиво работать над каждым проектом.
была возможность рефлексии, была возможность зайти там на второй круг, и была возможность получать удовольствие от работы, именно занимаясь очень внимательно проектом. И несмотря на то, что мы тогда все сидели в Меканоме реально по выходным и до 10-11 часов ночи, никто нас не заставлял вообще, просто очень, все очень много работали, но не потому, что мы не успевали, а потому что ну, было какое-то колоссальное удовольствие это делать, и все, весь офис вот так работал, и мы все собирали, мы все приходили на выходных. Сейчас настолько убыстрилось время, настолько убыстрилось вот этот процесс придумывания концепций, и что неважно там, какого размера проект, ты делаешь там, не знаю, 100 тысяч квадратных метров или, не знаю, там 10, ты должен сделать это за 2 месяца. Ну, то есть, как бы, а в идеале еще как бы позавчера. Вот. И да, мы уже обладаем таким опытом, при котором мы можем это сделать за это время, да, и можем сделать это быстрее, но вопрос, насколько ты в этот, ну, насколько, а при этом, как бы, вот к нам, конечно, когда приходят, приходят за уникальным проектом, да, за уникальной архитектурой, за твоим еще в том числе личным временем, да, каждый заказчик говорит, мы хотим, чтобы вы занимались нашим проектом лично, и, а еще, чтобы у нас получился самый уникальный проект, и, а еще при этом, а, но времени мало, очень. Да, и вот я это скорее, знаете, не, ну, я вот пытаюсь понять, как сделать так, чтобы при том, что у тебя продолжение, ну, как бы, чтобы работа, то, что работы сейчас много, и она интересная, это очень здорово, но то, что на нее очень мало времени на рефлексию, это как бы не работает в пользу архитектуры, совершенно точно. А из каких-то глобальных задач, ну, конечно, развивать международное направление, чем мы активно занимаемся, и уже какое-то количество лет, и, в принципе, уже есть какие-то в этом смысле небольшие и достижения, и проекты, которые мы делаем не только в России, но и в мире. Вот. У меня вообще есть несколько типов целей. Это, условно говоря, архитектура или бизнес, потом здоровье и семья, вот как бы три основных моих кита, на которых стоит мой мир, который позволяет мне гармонично существовать и работать в удовольствие. Если говорить про архитектуру, архитектурный бизнес, у нас уже 80 человек, это такая ответственность, это нужно платить людям зарплату, причем это делать вовремя, чтобы люди чувствовали безопасность. И я считаю, что когда есть безопасность, тогда больше возможности что-то творить. Это первое, как бы, что нужно закрыть предпринимателю, который там решил нанять людей, чтобы их сотрудники, их команда работала в безопасности. И вообще команда – это для меня самое основное, потому что большие проекты, интересные проекты можно делать только с крутыми специалистами, крутыми архитекторами. И здесь моя роль уже как руководителя, партнера, это вдохновлять команду на то, чтобы они раскрывались, не боялись показывать свои идеи, их реализовывать, рассказывать их заказчику. И это очень непростой процесс. Некоторые селекции идей, сеансов там, обратной связи, как человеку сказать, что, допустим, вот этот эскиз не подойдет, вот, не обидеть его вот, творческое эго, особенно для творцов это очень такая больная история, когда люди слипаются со своим проектом, срастаются даже, и часто воспринимают это как личную обиду. Это, кстати, тоже
одна из, на мой взгляд, ошибок слишком... Ну, с одной стороны, понятно, ты прикипаешь к этому проекту, но с другой стороны, ты должен быть открыт какой-то критике конструктивной и не принимать это на свой счет для того, чтобы иметь возможность развиваться дальше. Это тонкая грань. Тут, конечно, в двух словах не расскажешь, но это важный момент, который хочу отметить. Вот. И управление бюро — это наша сейчас цель в этом году. Мы провели стратегическую сессию с партнерами, определили. Для нас еще важно было сделать стратегический выбор, то есть браться не за все подряд, а за те проекты, которые нам интересно делать для того, чтобы развиваться именно как авторское бюро, как бюро, которое делает что-то новое, интересное, среду, в которой будет развиваться общество. Вот. И сказать «нет» — это тоже для нас был такой челлендж, потому что мы очень были такие, ну, лояльны к людям, к новым заказчикам. Сейчас мы решили сфокусироваться на главных целях. Вот. Ну, понятно, там есть цели по деньгам. Тоже это, кстати, вот вопрос, то, что деньги и творчество, очень часто архитекторы вначале, на мой взгляд, есть перекос либо там слишком в творческую часть, либо слишком в прагматичную. На мой взгляд, лучше не делать противоречий между этим, а стараться все-таки находить моменты, которые это объединяют, находить гармоничное сочетание и денег, и творчества. Потому что голодный художник — это точно не тот путь, который интересен и от которого ты будешь кайфовать. Но там за деньги все что угодно, это тоже как бы история, которая приводит к вырождению твоих профессиональных навыков, и ты, ну, не состоишься как архитектор. Вот. А что касается здоровья, я увлекаюсь спортом, у меня есть там цель пройти полную дистанцию по триатлону. Это, кстати, спорт. Это возможность получить энергию для того, чтобы двигаться вперед в бизнесе, рисковать. Это ресурс такой своеобразный, ну, важный на самом деле, потому что я понял, что архитектура вообще такое, я понял для себя, что архитектуру можно распространить на все сферы. То есть в части спорта это архитектор своего тела. В части бизнеса ты архитектор своего бюро. То есть ты реально выстраиваешь вот это здание, там, структуру, команды, которые там потом делают архитектуру. И это очень классно, что вот архитектура такая профессия, которая дает принципы, которые можно применить ко всему. Вот. И спорт — это хорошая история, где можно найти энергию. Вот. И что еще? Что еще? Ну и отношения с семьей – это тоже важный момент, то, что life balance, то, что когда ты очень сильно погружаешься в работу, то часто страдают отношения семейные, и тут важно выныривать из этой работы и общаться с детьми, с супругой. Вот. И здесь еще один такой классный инструмент, который я рекомендую всем, кто хочет вообще работать с людьми и своим бизнесом – это работа с психологом. Это такое как бы для меня открытие. Ну, на самом деле я уже давно практикую эту историю, но в какой-то момент для меня это было открытием, поскольку я не считал вообще психологию как науку, потому что я учился там, поступил в МГСУ на кандидатскую, там сдавал экзамены, там философия науки была, и там сказали, что психология нет, это не наука. А потом для меня было переоткрытие, и я понял, что, блин, я, оказывается, просто иногда не замечаю тех вещей, которые реально мешают мне куда-то идти вперед и общаться с людьми по-другому. И это очень крутой инструмент, который позволяет подсвечивать свою неадекватность в общении с людьми, с внешним миром и с самим собой даже. Потому что часто я сам себя обманываю в каких-то там проявлениях, историях, и вот психолог помогает этого избежать для того, чтобы выровнять путь и
найти гармонию в этих отношениях с собой и с внешним миром. Ну, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по этой истории. Спасибо. Да, у меня, наверное, коротко тут с Петей солидарен, тоже хочется, наверное, уже каких-то вопросов из зала. А по поводу планов профессиональных, тоже, наверное, все очень просто. Масштабировать и развивать мастерскую, которую я руковожу, и как-то развиваться и не стопориться на месте в преподавании. Пожалуй, все. Ну, у меня в планах это повышать уровень объектов, даже не их масштаб, а именно глубину погружения и, ну, может быть, перейти в элитный сегмент, если речь идет о виллах каких-то, вот это, ну, как бы направление, которое мне нравится и привлекает сейчас. Вот. Но если это будут какие-то другие интересные объекты, я тоже с удовольствием буду их делать, потому что, ну, как говорится, границ нет. Хочется просто делать что-то стоящее, красивое и глубокое. Спасибо. Что, давайте вопросы из зала, наконец-то. Есть вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Дарья. Я студентка первого курса Высшей школы экономики, дизайн среды. Вот первый вопрос. Вы знаете, знакомы с этим направлением, с вузом? С Высшей школы экономики? Да, да, конечно. Я помню, даже там какую-то лекцию вел для студентов онлайн через моего старого знакомого, который со мной учился, и сейчас он известный этот художник Даниил Вяткин. Вот для них там рассказывал про пространство кого-то. Просто есть ощущение, что среди архитекторов все закончили МАХИ. Вышка сейчас только развивается, но на самом деле, я считаю, у нас очень прогрессивная программа. У нас как раз есть эти публичные выступления по защите проекта. У нас на последнем модуле мы выступали перед Берлускони, приходил на нашу защиту. Вот, и у меня вопрос такой, ищут ли сейчас бюро студентов, потому что, как я поняла, есть некая нехватка людей. Кадров, да, это очень больной мягко вопрос. Мягко говоря, нехватка кадров. Да, с людьми. Да, ну, во всех, по-моему, крутых бюро есть стажировки, куда там студент может отправить портфолио на почту, и в целом это рассматривается, дается обратная связь, и ребята могут получить интересный опыт там, в работе над проектами реальными в бюро. Мне кажется, канал «Москва архитектура», ежедневник архитектора, перепощивает все объявления не только о вакансиях, но и о всех летних практиках. И вот за последний месяц, собственно, было довольно много. Ну, просто единственное, что можно сказать, что любой бюро хочет практикантов получить уже таких умелых студентов, знаете, которые, собственно, нет, как правило, нет времени чему-то учить. Скорее вопрос в том, что хочется получить уже, ну, по крайней мере, технически подкованных студентов, которые умеют чертить, моделить, там, визуализировать, фотошопить и так далее. Да? Поэтому, мне кажется, эти навыки, в принципе, с первого курса стоит активно развивать, потому что дальше можно уже развивать опыт в проектировании и дальше. Но вот тут мы, например, в этом году решили запустить. Тут минутка рекламы. Мы решили запустить практику летнюю школу для студентов, и как раз летняя школа набирает студентов младших курсов, как раз. Вот, так что присылайте портфолио. Но могу про опыт изнутри просто рассказать. К сожалению, именно напрямую
большого объема взаимодействия с зарубежными заказчиками не было, потому что ввиду особенности, опять же, устраивания офиса, русские занимались русскими проектами, китайцы китайскими, голландцы голландскими, а британцы британскими. Вот. Но так или иначе, наверное, в чем серьезная разница, но это вообще особенность, именно Нидерландов в частности, там все супер четенько. Несмотря на то, что, наверное, и тут, и там есть график от заказчика, там, да, вначале, или там архитектор дает график. Вот что я обратил внимание, что у голландского заказчика и у голландского подрядчика он всегда идет по графику и те, и другие. У нас, к сожалению, не знаю, может, коллеги, если что, провернут, но в России, там, в нашей практике это скорее чудо. Там это стопроцентное. Там чудо, точнее, не чудо, а трагедия, если из графика выбились. То есть и при этом они умудряются делать классную архитектуру. И очень четенько. Это наверное, первое, что меня прям поразило. В чем их секрет? А? В чем их секрет? Менталитет, У голландцев это реально менталитет. Это с просто младенчества. Это люди, которые считают каждую секунду и каждую копейку, каждый цент, То есть там это с детства у всей страны на подкорках. Именно в Нидерландах это просто национальная, национальная, региональная, как угодно это можно называть, особенность, что там посчитают каждый цент, неважно, о чем речь, про планирование покупки еды на неделю, на день, или там как бы то ни было еще, или про планирование проекта. Но там и с планированием личного времени все очень жестко. Например, в той же Бельгии, в итоге, я не поняла, ты жил там или нет, но там абсолютно невозможно же договориться с людьми пойти погулять, и ты должен это сделать, запланировать на полгода вперед. Или ужин с друзьями планировать, да, и какие-то такие вещи. И если вы это запланировали, то потом, как часто у нас бывает, что я помню, чем я грешил, мы немножко в другую степь перешли, но тем не менее, тоже про разницу в подходах, потому что у нас зачастую накануне, слушай, сегодня все в силе, а там, если ты 3 месяца назад запланировал пойти погулять в парк, 30 мая, в 6 часов вечера, вы пойдете через 3 месяца гулять в парк в 6 часов вечера. Это образ жизни. Предсказуемость, такая получается. Да, да. К слову, о стабильности. И горизонт прогноза больше. У нас, конечно, все более такое нестабильно, все меняется, постоянно пересматривается. Это да. Тут, мне кажется, простой ответ, на самом деле, если им стажировку в бюро, надо же ответить, но правда изучить программу. Лучше самый простой способ, у нас правда была сотрудница, она, мне кажется, все гениально сделала. Она просто за весь первый курс прошла все курсы софт-культуры, это не реклама софт-культуры, мне это специально. Она реально просто изучила все программы. И дальше это не было проблем с программой, потому что это мучение, что до третьего курса я сижу, ковыряюсь с этими программами, и мне как-то на коленке пытаюсь что-то сделать, зачем страдать? Просто разберись с программой и делай архитектуру. Так что базовый навык — уметь работать в программах и показать в портфолио, что что-то ты можешь из этого собрать. Вот и все, и готово. И собрать портфолио — тоже навык. Да, про который тоже есть курс. Кстати, они реально… Еще я учился, когда они это придумали. Это было вообще просто как космолет было тогда. Еще есть курс по портфолио. Кому вопрос? Это как все про меня. Тот вопрос из зала, который ты ждал. Вот почему Петр так ждал вопрос из зала. Мне на него не стоит отвечать, но вопрос к вам. Я могу тоже поделиться. Создать крутую атмосферу в команде — это задача основателей. И у нас, в частности, есть несколько инструментов, которые мы практикуем в своем бюро. Во-первых, у нас есть правила в бюро. Мы договорились
со всем коллективом, что у нас будет правило для того, чтобы понимать вообще, что от кого ожидать. Ну, то есть, как правило дорожного движения. То есть, первое правило там это быть вовремя. Второе это там решать проблемы с тем, от кого они зависят. То есть, это не сплетничать. То есть, если у тебя есть конфликт с этим человеком, подойди с ним, разберись, поговори. Вот. Если ты там нарушаешь договоренность, сообщите об этом заранее. Вот. Есть вот такие вот. И там, по-моему, у нас сейчас уже около 10 правил, которые, когда человек приходит, мы проводим welcome тренинг. Наши HR рассказывают об этих правилах. Причем на этих welcome тренингах всегда мы присутствуем как основатели, потому что мы рассказываем людям о нашей миссии, о наших ценностях и вот об этих правилах. Потом это классный офис, классная среда, где человек работает. Это тоже важно, чтобы он приходил в пространство, в котором интересно было работать. И у нас даже и еще один из таких вот там простых инструментов это фрукты по понедельникам, тоже такая есть как бы простая фишка, но это как бы все равно ты в понедельник приходишь утром, у тебя есть фрукты, и сотрудники в целом испытывают удовольствие, и мне кажется, намного прикольнее так в понедельник приходить. Ну и, собственно, это отношения с сотрудниками, да, прозрачные, давать сотрудникам проявлять инициативу, не там ошибаться, это очень важно, то есть все ошибаются, это нормально. Ненормально, когда ошибки повторяются одни и те же постоянно. Тут нужно давать обратную связь, что нужно делать выводы все-таки. Ну и, собственно, вот создавать эту атмосферу, это, наверное, основная как бы, задача руководителей, чтобы команда росла, и люди хотели там работать. Им будет. Ну и проекты. Тут самое главное забыл. Классную архитектуру делать, да. То есть, если делается там крутой проект, задание архитектуры, то это тоже вдохновляет, да, и какая-то классная задача есть, где человек может себя выразить в этой задаче. Это очень важно. Можно я тоже добавлю, потому что у нас огромный сейчас запрос с рынка как раз по работе с командами, и мы постоянно в таком процессе разных командообразований, то обычно сталкиваемся с двумя самыми такими ключевыми, наверное, проблемами, которым, может быть, стоит об этом задумываться собственникам, это все-таки иметь прозрачные коммуникации с командой и объяснять, куда компания движется, какие у нее есть цели, каким образом она хотела бы их достигать с помощью своих сотрудников. Это первое. А второе, это вот, наверное, присоединюсь вот к Сашиному, выстраивать прозрачные коммуникации, чтобы было понятно, о чем мы можем говорить, с кем, на каком уровне, какие задачи может решать на этой позиции человек, который ее занимает. Ну, то есть вот, когда это все прозрачно и понятно, то становится здоровая, приятная атмосфера. Фрукты да. По понедельникам. Я бы хотела добавить, наверное, что еще, мне кажется, очень важно давать человеку признание каждому, потому что каждый на своем уровне старается. И, ну вот, когда я нашла людей, которые меня устраивают, да, вот коммуникация с ними, я так им благодарна за то, что они такие. И мне кажется, что, ну, когда мы об этом говорим, да, и человеку приятно, и, ну, и тоже ему важно еще получить фронт работы, где ему интересно и где он может свои решения принимать, то есть доверить ему. Да, и тогда человеку интересно, и он не просто останется, да, а он будет стремиться сделать что-то классное. Вот. И, ну, вот, наверное, такая ремарка. Да. А я могу дать читерский ответ абсолютно, потому что ввиду того, что я уже 6 лет преподаю в Марше, то вот у нас в двух мастерских, вот архитектурной и фасадной в Пике, половина ребят — это выпускники Марш. И просто какая система ценностей, атмосферы, которая выстраивается, там, начиная с первого курса бакалавриата, она накапливается, масштабируется, увеличится. Вот в частности, вот, казалось бы, да, такая корпорация, как ПИК, и ребята из Марша, и вот такое количество нас там работает. Но это про долгосрочность тоже, выстраивание комьюнити, каких-то и здоровых взаимоотношений, и творческих взаимоотношений на довольно длительном процессе. Поскольку у нас как бы речь о
карьерном пути, вот, потому что кажется, что есть ощущение, что ты можешь намного больше влиять на какие-то архитектурные решения, если ты, например, станешь у истоков, то есть будешь формировать ТЗ, которое тебе близко. Собственно, вопрос, наверное, как вы относитесь, на какую оценку вы даете такому вектору смены деятельности, и как вы считаете, сколько лет нужно пройти архитектуре, чтобы более осознанно перейти в девелопмент? Прям тенденция рынка. Как будто бы ответ, да, понятно, кому отвечать, да, давай. На самом деле нет однозначного ответа, потому что у меня было два опыта захода в девелопмент. Один был первый, пока я еще, собственно, учился в магистратуре, он был довольно странный, вообще не понял, что и зачем я туда пришел, если честно. Помню то, что меня позвал туда друг, и там предложили больше денег. Это, к слову, кстати, про вот эту триаду выбора. То, что там, ну, можно сказать, что заказчик, который стал другом, финансы, которые там победили, с проектом что там было непонятно. Вот как раз неосознанно вот два из трех факторов тогда сложились. Но это все продлилось не очень долго. Что касается текущего опыта, как бы тут все круто и классно, но, ну, так скажем, именно то, чем там персонально я сейчас занимаюсь, наверное, я бы не смог этим заниматься в таком виде, там, не знаю, настолько продуктивно и здорово, если бы у меня не было такого обширного опыта до, а это там суммарно, не знаю, сколько посчитать, ну лет сколько, 8, наверное. Причем на очень разных масштабах, повторюсь, да, там от сарая до мастер-плана, не знаю, и в Нидерландах, где все четенько по графику, и у Бродского, где все про супертворческое. Без этого было бы сложно, то есть если бы я пришел нулевым, не знаю, и тоже, что бы я смог привнести со своей стороны. Потому что, казалось бы, да, там пик, вот это все, миллионы квадратных метров, но там надо очень обширно думать. Поэтому... Но прийти при этом, почему нет? Тут в этом плане, не знаю, тоже немножко в сторону отойду, потому что у меня, например, была в какое-то продолжительное время предвзятость, типа, о, работа девелопера, ты что, типа, профессию предать хочешь? Да. Да, нет, нормально, но просто что хорошо бы... Но хорошо бы просто перед этим получить широкий опыт, чтобы понять, кто и что ты вообще в архитектуре, что для тебя архитектура, и чтобы какую-то систему ценностей для себя сформировать. Потому что в таком случае, ну, не то, что неважно, где ты работаешь, но тут можно и в найме работать, и в бюро, и у девелопера открывать свое дело, но главное понимать в таком случае, что ты себе представляешь, что для тебя архитектура. Тогда ок. И я бы здесь добавил, поскольку как раз была история про то, что не хватает, может быть, даже интереса где-то и все такое. Я бы смотрел, может быть, даже не сколько девелопера на девелопера, а где вообще авангард, а где интересные и крутые команды. Ну, потому что 100% круто учиться, делая проект с людьми крутыми. Ну, вот, Наташа вспоминала Меганом. Вот Меганом тогда это было типа просто, ну, типа, вот Меганом и как бы и ужас вокруг из серии. Вот, это было реально, ну, то есть это лучшее место, туда собирались лучше. Соответственно, вот в этих командах они все друг друга подкачивали. И то, что они сидели 24/7, тоже связано с тем, что просто вот там вот, только так могли. И это вот крутая история. Не знаю, это тоже свой опыт. Я на стрелке попал, стрелка тоже авангард был. Ну, то есть туда слетелись внезапно люди отовсюду, очень крутые, интересные ребята. И мы делали какие-то невозможные вещи тогда. Вот, так что я бы, наверное, смотрел именно историю про то, что сформировать вообще свое представление. Я бы искал самую крутую команду, куда можно вписаться. Вот, это может быть и большая компания, и небольшая, но я почему-то на это бы смотрел, на команду. И на то, какие задачи они решают. Вот. А там уже девелопер, не девелопер, вообще не важно. Вот. Да, повлиять-то можно, потому что то, что в вопросе прозвучало, как повлиять. Повлиять можно с обеих сторон. Тут не принципиально, как бы мы там со своей стороны влияем, архитекторы само собой влияют. Это в любом случае про симбиоз. Тут нет такого, что кто-то диктатор. Ну, как бы, потому что иначе это не работает. Ну, мне кажется, это очень индивидуально. То есть, для какой у вас заказчик, иногда ты просто не можешь повлиять. Про любого человека, можно сказать, в стране, да, самых высоких должностей, иногда ты не можешь повлиять. Я думаю, что в любой задаче есть какие-то рамки. Просто у девелопера есть определенные рамки, которые город назначил ему. И это сейчас очень, на мой взгляд, классная история, что девелопер должен прислушиваться к архитектуре и к архитектурной повестке более внимательно сейчас. На мой взгляд. Я думаю, что сейчас дело не в этом, не совсем в этом. Сейчас просто
сейчас просто настолько высокая конкуренция, и это в первую очередь разговор об этом. Сейчас высокая конкуренция у девелоперов между собой за продажу их объектов, потому что их реализуется огромное количество, и ипотека, как мы знаем, льготная заканчивается, или что там с ней происходит. И поэтому, конечно, высокая конкуренция у девелоперов между собой за продажи, и, соответственно, нужно улучшать бесконечно продукт, делать его более доступным, делать архитектуру более интересной, среду более комфортной, планировки более качественной и так далее. То есть тут совершенно коммерческая основа у этого процесса. Не хотелось бы сейчас заниматься рекламой девелоперского бизнеса, хотелось бы все-таки вернуться к архитектурным бюро, потому что, мне кажется, сегодня, в том числе по этой причине, архитектурным бюро стало сложнее конкурировать с девелоперами за сотрудников, потому что это правда, такая ситуация есть, потому что мы все прекрасно знаем, что зарплаты в девелоперских компаниях просто выше базово за одну и ту же должность архитектора. Просто местами в разы выше. Плюс, да, там есть много разных всего, всяких разных вещей, но все-таки, мне кажется, что уникальная, интересная настоящая архитектура делается внутри архитектурных бюро, возглавляемых классными архитекторами. Да, это вот мотивация, куда ты идешь. И тут вопрос, да, тут вопрос как раз опять же между вот этой историей про деньги и не деньги возникает, потому что в архитектурном бюро ты можешь повлиять на качество архитектуры, только ты ее и делаешь. И только ты задаешь эту планку этого качества. И если вам не повезло где-то, да, возможно, надо просто сменить сменить бюро и найти просто действительно ту команду, которая с которой вам будет комфортно, интересно развиваться дальше. Но я все-таки за то, чтобы оставаться в архитектурной профессии, и потому что именно внутри работы в архитектурном бюро ты будешь создавать архитектуру. Я бы еще добавил, что на самом деле отвечаю на вопрос, это самое важное. Елизавета, да, по-моему? Да, что самое важное, мне кажется, просто разобраться вот в самой первой части вопроса, а что разочаровало, и разобраться в этом, и мне кажется, в зависимости от этого и будет там вопрос выбора каких-то векторов и тропинок, потому что, может, разочаровывает глобально про зарплаты, но, может, тогда с этим нужно разбираться, что если, я говорю, у меня было в свое время сугубо, в этой триаде, где бабло победило, потому что в тот момент было актуальнее. Если вопрос влияния на архитектуру, действительно, путей и там тропинок, векторов миллион, мне кажется, поискать реально крутые команды, потому что хочется именно делать архитектуру, а где сейчас не выходит, значит, это ответ. И вот в этом разобраться для себя. Я бы еще поддержал бы Наталью, то, что все-таки у архитектора больше разных интересных задач, то есть ты работаешь с разными девелоперами, у них разные представления о продукте, и ты можешь получить больше интересного опыта, на мой взгляд. Вот. А если работать у девелопера, у него есть все равно какая-то стратегия, какой-то основной вектор, по которому ты вынужден идти. В архитектуре, мне кажется, больше творчества, больше разнообразия. Но, опять же, это мое мнение. Может быть, это зависит... Это, понятно, зависит еще от команды, куда ты придешь. Поэтому...
Ну да, но ты работаешь еще больше, ну, не только с девелоперами, когда ты работаешь в архитектурном бюро. Часто, ну, например, мы работаем с культурными институциями, и это вообще отдельный мир, да, и это всегда очень, все равно в любом случае, очень интересно. Потом есть гостиничный бизнес, и это отдельная совершенно история, своя история. Есть, ну, как бы... разные типы заказчиков. Есть просто классных много предпринимателей, индивидуальных, условно говоря, ну то есть или каких-то компаний, которые развивают классные собственные проекты, им нужны архитекторы, и это такой невероятный спектр вообще проектов, которые у тебя могут возникнуть, когда ты работаешь как архитектурное бюро. Не все замыкается на жилых комплексах сегодня. То есть, вот мне настолько широкий спектр, что ты каждый раз удивляешься. У меня вот так всегда было, знаете, когда ты думаешь, ну какой еще там после музея Кремля, там, ну какой еще классный проект тебе может достаться в жизни, да, а потом приходит санаторий Орджоникидзе, и ты такой думаешь, господи, там, или там... Есть классных сейчас несколько там редевелопмент промышленного или наследия. Иностранная практика. Вот, или иностранная практика, да. Вряд ли у российских девелоперов сейчас есть такие возможности. Вот, и потом, и каждая новая задача, она, ты вот совершенно не ожидаешь, думаешь, ну что еще ты мог бы попроектировать? И приходят такие удивительные проекты, и часто, да, такие... В общем, Елизавета, не уходите. Попробуйте еще раз. Ну, давайте один вопрос, потому что мы так вышли уже из всех таймингов. Я, наверное, сначала начну с того, что по поводу зарубежных архитекторов, говоря о том, что мы с ними различаемся по поводу относительно времени, вот, а как же там происходит заказ? То есть, видимо, заказы тоже поступают заблаговременно. То есть, не бывает такого, что месяц. Не, ну это ответ примерно как бы в том, да, что это глобально, повторюсь, это речь, наверное, в первую очередь про там Северную Европу, в Италии все немножко там зачастую на расслабоне бывает, но не всегда. Вот просто другой принцип мышления у людей, подход к жизни. Это не значит, что к вам придут, вы готовы к проекту, к вам пришли завтра, вы уже знаете, что к вам завтра придут, и вы готовы за месяц все сделать. Но просто и одни, и другие все планируют. Одни, значит, заказчик там понимает, что он, не знаю, может начать проект не ранее чем, приходит к подрядчику, подрядчик говорит, что можем начать тогда-то, и как бы все у всех складывается. Либо, не знаю, либо если заказчик четко понимает, что он хочет проект вот Рема Коулхаса, то, ну, возможно, заказчик подождет Рема Коулхаса. Такое тоже бывает. Хотя, я думаю, там тоже все четенько, и все возьмут все в работу и сделают вовремя. Сотруднику? Да. Ну, это классный, да, вопрос. У нас есть, ну, я про свою тогда историю расскажу, что у нас есть обратная связь, когда ГАП дает сотруднику в команде обратную связь. Это может произойти по какой-то ситуации, когда разбирается там проект, его ошибки. Либо это в основном по испытательному сроку. Там половина испытательного срока встречаются люди, и говорится, что сделано хорошо, а что можно улучшить. Вот. И вот таким образом происходит обратная связь. Иногда там ГАПом даем мы, партнеры, основатели бюро, обратную связь. Ну, есть регулярность определенная, за которой следит у нас HR. И есть по инициативе руководителя. То есть тут важный еще момент, что обратная связь идет сверху вниз всегда. Это кажется не очень справедливым, с одной стороны, вот, то, что типа тебя руководитель только может давать обратную связь, но с другой стороны, сотрудник может не видеть всей картины, которая
лежит ответственность на руководителя. И поэтому это правильное правило, когда руководитель дает сотруднику обратную связь. Вот. И, ну, собственно, по запросу, либо там регулярно, раз в месяц. Там. Ну, сотрудник тоже может спросить, да. И так, это, кстати, классная история, когда сотрудник подходит к какому-то архитектору, ведущему, там, более опытному, и спрашивает там. Очень что, зависит от корпоративной культуры. Да, что может. Есть компании, где вот такие one-to-one интервью заведены раз в месяц. Обязательно. И сотрудник, и работодатель к этому готовятся. У каждого есть свой список вопросов, чтобы поговорить об этом. Но есть компании, где это происходит спонтанно, когда уже сотрудник выгорел, приходит с заявлением и говорит, все, я больше не могу. А что тебя разве не устраивало? Тебе не нравилось работать 24 на 7? Это же так классно. Ну, в общем, да. Но мне кажется, важно обратную связь давать еще в моменте. То есть, когда встречается какая-то мелочь наметила, типа вот сказать, типа, чувак, так не делай. Не знаю, как, ну, спорт, если играет кто-то, не знаю, в команду, это очень похоже, спортивная аналогия очень похожа, что, типа, вот, ну, типа, прикрой ему справа, чтобы он, типа, перестал пробрасывать, что-нибудь такое. То есть вот эти истории, быстрые обратные, их, кстати, никто не любит давать. Вот, это первая история. Вторая, я дополню, на самом деле, считаю, что обратная связь руководитель обязательно должен получать, 100%. И в команде друг другу должны обратная связь, потому что если там не будут проясняться отношения, там команды не будет. Вот, и это тоже такая история про то, что вот это... История про обратную связь. И, ну, короче, это базово. Должно быть доверие в команде. Потому что обратную связь без доверия нет смысла вообще никакого делать. Вот, так что собирать ее, если в команде нет, в принципе, доверия, ну, нет смысла. Вот, так что это первая история. Дальше уже, собственно, и настройки, что возможность конфликта и какого-то реальной честной обратной связи, потому что, ну, тру сказать очень сложно. Смысл обратной связи, конечно, ну, как бы ты можешь более лучше одеваться, не знаю, красивее улыбаться. Ну, то есть, а смысл такой? Это ни о чем не будет. То есть будет как, что угодно, кроме сказать true. Сказать true очень сложно. Но это база. То есть как ее давать, не переходить на действие, все такое, это база. А вот история, которую реально сложно получить, что сказать true очень сложно. Причем в две стороны, и руководителям сложно. И полуслышать не хочется никому честную обратную связь. То есть и третье, что я бы здесь добавил, вообще должна быть причина ее давать. То есть должен быть какой-то амбициозный проект или какая-то задача, где вообще нужно это поднимать. Потому что в большинстве случаев это как бы, ну, такое вот какая-то... Даже если есть практика, круто, что есть практика, это дополняет, но она может всегда стать из серии раз в месяц, ну, поговорили, и все, да, чао. Потому что это непростая работа. Не надо относиться к этому как к простой работе. Если она тебе нужна... Конечно, конечно. В корпорациях еще сложнее. Если она тебе нужна, в маленькой компании все друг до друга дотягиваются, это вообще 100%. Вот. Если она тебе нужна, то запрашивай 100%. Вот. Это важно. Не надо ждать, что кто-то тебе даст. И вообще в жизни что-то ждать точно не надо. Вот. Если что-то надо, надо брать. Есть хороший инструмент, по-моему, NPS называется, собирать от сотрудников, да, вообще, что они думают о компании в целом. Это проводится там, мы тоже такой опрос проводили, вообще, что думают сотрудники о компании. И там есть разные эти, есть там, самый высший, это промоутер, когда сотрудник, когда он всем говорит, что у нас круто. Амбассадор, да, это вот самая идеальная история. Это значит, я как руководитель делаю свою работу хорошо, людям нравится здесь работать, и они зовут своих друзей к себе, к нам в бюро для того, чтобы поработать вместе. Вот. Это тоже, это вот обратная связь для руководителя как раз, собирать вот эту вот информацию и анализировать, что можно улучшить. Там есть разные критерии, разные подходы, как это делать. А что не взять из предыдущей практики вот тех, которые были на предыдущей работе? Почему? Это к слову про обратную связь и задавание вопросов. Ну, скорее всего, там они есть. Ну, да. То есть это базово проверенные люди, которые как бы знакомы, скорее всего, они и сделают. Сарафанное радио. Кто-то порекомендует обязательно коллег. Да, и ну, по рекомендации обратитесь к инженерам и будете дальше потом
сотрудничество выстраивать. Но как-то так мир все равно. Ну и вообще не грех обратиться к тем, с кем работал в прошлом, да, и люди радуются. Ну или, по крайней мере, если они не могут сделать это самостоятельно, они вам кого-нибудь посоветуют. Да. Потому что, как мы знаем, много архитекторов, и, ну как бы вентиляционщик знает много, скорее да. всего, вентиляционщиков. У них свое комьюнити. Да, да, и, ну и, в принципе, заниматься нетворкингом в своей сфере, в разных как бы областях, это важно, тем более, ну, неважно, вы работаете внутри какой-то большой команды или вы работаете самостоятельно. Вам всегда ваша работа, ну это так как проектирование это коллективная работа, вам всегда нужны будут люди совершенно разные, световики, ландшафтники, дендрологи, графические дизайнеры, социологи, не говоря уж там про всех инженеров, да, то есть это, вам нужно просто знакомиться с такими людьми и искать таких специалистов, они всегда вам. Ну, как бы я думаю, что за 10 лет, сколько вы уже работаете, не знаю, вы сказали. Ну вот, за 5 лет я уверена, что вы знаете таких людей, можно к ним обращаться и дальше искать. Ну, или еще как вариант прийти на курс софт-культуры, личный трек, где есть, бывают и архитекторы, и дендрологи, и ландшафтные дизайнеры и так далее, перезнакомиться со всеми, вот уже будет первый круг. Это я так уже подвожу к финалу. Спасибо вам огромное, что инвестировали свое личное время в этот вечер. В этот летний вечер были с нами. Спасибо.